Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Bioshock Remaster. Bad boy is a game. Итак, ребята, нам нужны ингредиенты, нам нужно найти ингредиенты. Так, а это где, здесь? Да, нам нужно сделать препарат Лазаря, это новое химическое средство, восстанавливает жизнеспособность мертвых растительных тканей. И для этого нам нужно найти, не знаю, что это, пузырек с водой, пипетку, а вот это, не знаю, сера какая-то. Такое у меня есть. Как видим, у меня совсем нет хп. Где-то здесь может быть что-то есть? Нет, здесь ничего нету. Где это искать? Я даже ума не приложу. Там камера. Пустая медная труба. С девочкой он? Нет, он без девочки. Тут доллары. А это по мне стреляют? Круто. А, ну все, меня завалили. Так, ну чуть-чуть хп у меня появилось. Так, у меня... Блин, а я не хочу сражаться с этой херью. Если я просто пробегу... Я могу здесь... О, я могу автозлом нажать. Я могу здесь купить аптечки. Все, у меня есть 9 аптечек. А, я не знаю, нужны мне патроны или нет. Поджи. Да, мне надо, короче... Так, он эту сломал. Спасибо тебе. Все, давайте девочку спасем. Нет, 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 нет. Так, ну мы всех спасли, девочек. Все верно, я тебя спас. Так, я тебя спас, а где мне? На всякий пожарный. Ёшкин. А в этих не продают. Давай аптечку одну. Пусто. У меня закончилась картечь. Давай взрывающий. Так, ну я бы поменял оружие. Он пойдет. Так, сюда мы не можем идти. Кстати, слушайте, мне кажется, может быть, где-то и здесь мы найдем то, что я ищу. Это лечение. Почему она, кстати, на меня... Я понял, где это. Где мы ходим. А почему... Здесь они на меня начали нападать. Пусто. Пусто.
стадии велика, но тут большей частью поля. Если ищешь что-то конкретное, советую начать с деревенской ярмарки. Погнали на деревенскую ярмарку. Охренеть, а ты что такой жирный? Так, ярмарка. Танцы улучшения. Что улучшим? Я бы еще... Так, снижение отдачи. Да. Лей. Так, но это нам не надо. Хрена себе. Ой, я сейчас тут не пройду, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, хорош! Блин. Аптечка. О! Я нашел раствор. А, их 7 штук надо. Их 7 штук надо. А я еще и помню, что я их находил. Тут у нас батончики. ХПшечки немного восстановить. Сейф. Давай взломаем. Еще аптечка. Хорошо, хорошо. Атлас, друг паразитов. Не будь другом Атласа. Атлас, друг паразита. Воу-воу, что за флешбеки? О, я куда-то в другую, да? А, продуктовый рынок. Ну, сейчас продуктами закупимся. Задание обновилось. Найти смесь образцов. Я хочу сюда пройти. Так, у меня... Сейчас он... Подожди, давай спасем тебя.
Это же новая локация-то здесь. Новенькие. Так, сколько здесь вообще детей нужно спать? А, все, здесь один ребенок. Отлично. Спасибо, мистер. Спасибо. Так, давай. Что здесь? Аптечка есть. Давай сразу захилимся. Блин, вот эти чуваки, конечно, мощные ребята вообще. Картофельные чипсы. Баксы. Отлично. Так, есть еще. Давай взломаем. А давай автозлом. Жидкий азот. Отлично. Зачекаем. Вдруг у него есть те ингредиенты, которые мне нужны. Что за хек? А, это мухи. Так, ячейка. Дай-ка я посмотрю. Как она называется? Боевые тоники. Вот, мне нужно боевые тоники. Боевые. Есть ячейка. Блин, или не боевые? А все, у меня больше ничего нет. Погнали. Ага, дым. Дым, чтоб мухи. Ой, мухи. Чтоб пчелы успокоились. И... Так, и мне нужно типа здесь. Пожалуйста. Гребаный ты дебил. Это таймер, да? Да, надо выйти. Стой. Блин, у меня патроны так заканчиваются быстро. Так, мне здесь еще нужно найти. Мне нужно здесь поискать. Блин! Так, давай я поменяю оружие, потому что что-то... Торговый аппарат. Блин, а где мне еще искать? Я вроде все пробегал, нет? Есть. Оп. Шесть.
Давай сюда! Уходи! Дерись честно! Порезали! Беги! Я молот его и не сыплю! А почему на него мухи не... Ну, пчелы не нападают? Так, давай бегом, бегом, еще ищем. Все, я нашел все семь. Подожди, я тут... Так, а выкуп $30. Так, подожди, начнем. Ага, тупик. Все. Не, ну я собрал в целом. Воу-воу-воу! Это что сейчас было? Проваливай!
Ага. Там этот хер ходит. Воу-воу, блин! Так. Какого хрена он тут? Пускай идет. Я здесь уже, в принципе, убил всех. И девочек всех спас. Есть еще сера. Отлично. Еще две серы надо. Это вода. Пленка. Так, там... Это вода. Да. Блин, мне надо серу. Еще две серы. Генный банк. А, но у меня нету, типа. Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Новый боевой тоник фотоглаз. Каждый фотоохотник мечтает всегда попасть в цель. И теперь у вас есть фотоглаз. Как только вы примете этот бесценный генотоник, вы увидите мир в новом свете. И чё, я ничего не увидел, не вижу. Так, золотые кинопленки. Nailing the perfect marriage of story to gameplay is a science that many developers still struggle with. Что я воспроизвел? BioShock has left an indelible mark on gaming narrative that can be seen and felt in many modern releases. Так, окей. Забираем. Так, что такое? Громко говорите. Блин, он сюда еще идет. Ёшкин кот, блин. У меня не так много. Господи, я променял тебя на мамон. Так, я здесь не был. Я здесь не был. А что? Не понял, что произошло. Почему мое ХП исчезло быстро так? Тоже дистиллированная вода. Так, подожди, нет. Давай еще здесь пройдемся. А, так я здесь ходил уже. Я только не понял, в смысле заново, что ли, появляются предметы или что? Я вроде тут все собирал. Пуп-пуп-пуп. Блин, мне два этих надо. Две серы. До сих пор еще не спустился, что ли? Или он не может спуститься? Станция... Офигеть, чуть не пропустил. Так, давай, наверное... Да. Все равно мы нет-нет. Иногда... С этого убиваем. Мистер Кот,
я каким-то другим способом не могу, да, наверх забраться? Мы думали, что спрячемся тут от света. Подожди. Это универсальный конвертер. Я думал, это магазин. Хотел купить аптечки. Держи, чтоб тебя в плей зажали. Оп. Он делает. Диктатура? Нет. Он что, напился? Приближаться к маленьким сердечкам присутствует. Есть. Блин, мне последнюю надо найти. А может быть мне вот... У этих и искать нужно. Нифига, выкуп 85. А чё, тут слишком сложно, типа, или чё? Всё, вроде было несложно. Так, давай аптечек докупим. Так, бронебойный картечь давай тоже немного купим. Ну и все. Так, тут я все взломал, все проверил. Можно нажать. Группа телепортирующих мутантов под названием Брак украли раствор. Ага, найдите убежище воров. Убейте их и заберите пропажу. А, так слушайте. Слушайте. Я понял. Ну да, мне нужно убивать телепортаторов этих. А где мне их найти, этих телепортаторов? Так, я вот слышу, кто-то ходит здесь. Где это логово этих телепортаторов? Нет, я здесь ходил, здесь. Мой папа умнее Эйнштейна. Сильнее, чем если я обратно пойду, есть вероятность, что я встречу. А, ну я здесь. А какого хрена опять вы здесь ходите? Это что? А, это медпункт. Так, ну давай. Ага, тут бомба, я понял. Отец, почему ты оставил меня? Так, слушай, я вот здесь не был. Я вот здесь точно не был. Панель отключения роботов. Что? Умри! Я иду! Думаешь, мне будет трудно? Так и знал, что у тебя зеленок не хватит. А ты не телепортатор?
блин. Не телепортатор. Так, давай сюда зайдем. Ага. То же самое. Блин, ну... Так, я отсюда... Нет, я здесь не был. Я здесь не был, а тут в целом-то ничего и нету. Блин, некоторые из них вообще какие-то неубиваемые. О, нифига здесь. Я терпел это ради тебя, отец. Тебе так, что? Давай сюда зайдем, посмотрим, что здесь. Может быть, я все-таки в каком-нибудь контейнере найду. Похоже, что нет. Похоже, что нет. А чё они вместе ходят, разве? Так, здесь я никак не могу, да, пройти никуда. Да. Зачем он стучит? А, вот она, мне вот она нужна. Где ты? Иди сюда, иди сюда. Где ты? Ну давай, иди сюда, иди сюда. Все, есть. Все, я все собрал. Неужели? Так, давай это отхилимся. Собраны все компоненты для препарата, да. Лазаря. Если да, то иди на батисферную станцию. Же я хочу. Обратно в лабораторию Лэнгфорд и залей это ведьмино зелье в распрыскиватель. Оно поможет справиться с туманом. Тут всякие штучки, прибаучки. Все, да? Вроде как все, можно сваливать. Только... Только я вот так уж и не помню, куда мне прям идти. Блин, а можно этот... Новый тоник. Окей. Какой-то я тоник там.
Так, это торговый, нет. Генный банк. Так, слушай, а куда мне идти-то? Я что-то заэтовался. Честно, не очень понимаю. Тут я могу перепрыгнуть? Да. Тут я могу перепрыгнуть. А, так я здесь и ходил. Так. Блин. Давай сюда. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Вы человек или раб? Так, я здесь тоже ходил. Не сюда? Нет. Блин. Давай его обойдем. Эй, Мэри, все в порядке? Ты слышал, что Эндрю Райан взял под свой контроль Фонтейнс и Юристикс? Я с ума схожу. Успокойся, милый. Так. Нет, мне не сюда, точно не сюда. Конечно, Мэри. Да это, блин, понятно. А, слушай, я же могу в конвертере это сделать. Совет просто поручил мне вести дела. По идее, типа в любой конвертер. Ну давай, любой найдем. Вы ж понимаете, его еще найти надо. Ага. Я только что где-то пробегал, и он был. Этот автомат. Любой конвертер. Вот он. Так, окей. Задание выполнено. Новая задача вернуться. Во. Ты, кажется, счастливый отец нового препарата Лазаря. А теперь опусти препарат в устройство, именуемое центральным туманообразователем. Будем делать газ. Оф. Так, надо будет поменять сейчас оружие. Блин, на торговом этом рынке все оружие. Все потрошки потратил, которые накопил. Ну такая себе локация. Очень много этих тут ходит, конечно. А какого хрена? Чёрт! Ты переносчик болезни! Не хочется побыстрее вылечиться! Блин... Охренеть, они жирные какие-то. Просто мимо всех. Просто на ноге. Так, куда поместить?
Так, поместили. Новая задача — распылить. А что нужно сделать-то? Боже, смех Джули тебя ничего не научит. Может, этого окажется... Райан знает, где ты. Блокировать дверь в лабораторию. Так что лучше отправляйся в лабораторию и запри дверь. Единственный способ не пустить внутрь непрошенных гостей. А как они идут ко мне? Убей паразита! Дальше моя минута. А что мне нужно сделать-то? Просто ждать, когда они взломают? Вот это что такое? Ага, закончились патроны. А мне вот этого тоже, может быть, отмудохать? Охренеть! Ой! Да, блин.
Стой. Да блин, сколько вас? На какую? Так, мне надо оружие поменять. Ну ладно, пускай пока будет бронебойный. А сколько у меня в револьвере? Ладно, пока таким постреляю. Так, и что мне? Просто валим. А, ну и куда я сюда бежал? Спасибо, что пришел. Охренеть! 500 выстрелов в голову. И она жива. Это жидкий азот. А, я еще и застрял. Слушай, у меня же в натуре есть какое-то оружие интересное. Так, ребята, ну, тогда на этом серию будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока. О, нифига, там рыбка плавает.